Он мой кум, он крестный моей дочери Анфисы. Мы с ним прожили рядом десятилетия. Он очень хороший человек, он часто меня выручал. Он мой родственник, поэтому я тоже всегда его буду поддерживать. При этом я его не оправдываю. Он, да, это убийство было, да, он должен был понести на заключение. Но если бы у меня была возможность, я бы приложил все усилия, чтобы он не сидел в тюрьме. И вот с другой стороны, если бы он не сел в тюрьму тогда, то вот представьте, где бы сейчас он находился. Он бы находился тоже в тюрьме, но уже со сроком 20-25 лет, потому что 100% по пьяни он чего-нибудь ляпнул.